Под выстрелы из автоматов и звуки военного оркестра в Сарове прошло первое в истории города захоронение найденного на полях сражения участника Великой Отечественной войны. Имя Алексея Григорьевича Кондракова наконец вычеркнули из списков пропавших без вести. Дед нашелся, можно крикнуть «Ура!». Я, как говорится, сказать, что я рад, ничего не сказать. Воевал найденный красноармеец на Ленинградском фронте и погиб в декабре 41-го года, пытаясь укрыться от немецкого артиллерийского обстрела. Опознать останки поисковому отряду помог солдатский жетон. Вместе с личными вещами там был воинский медальон. Командир с женой потрудились 1,5-2 часа, чтобы не разрушать. Вскрыли, достали записку. При помощи экспертов удалось прочесть. Все читалось. Проводить в последний путь красноармейца Кондракова собралось несколько десятков человек. Военные, ветераны Великой Отечественной войны и войны в Афганистане, неравнодушные жители города и школьники. Я считаю то, что война не будет закончена, пока не будут найдены все солдаты и похоронены с почестью. Десятки поисковых отрядов на местах былых сражений продолжают свою нелегкую и кропотливую работу. И будем надеяться, что скоро в списке пропавших без вести не останется ни одной фамилии. Кирилл Осенин, Константин Островский, Владимир Лисих, служба новостей Саров 24.